День православной книги. Городской праздник под таким названием прошел в Центральной библиотеке имени Татищева. Его организовала Тольяттинская епархия. Взрослые и дети посетили книжную выставку, познакомились с уникальными православными изданиями, послушали лекцию. Первые книги, по которым, когда еще не было систематического образования, то семейное воспитание, семейное образование начиналось с того, что открывали псалтырь, одну из богослужебных книг, которую каждый день произносят, возносят в церкви эти псалмы Давидовы. И именно по этой псалтире буква за буквой учили ребенка складывать слоги в слова и таким образом повышать свою, в том числе и книжную культуру. И на самом деле в то время это был прорыв, огромный прорыв, это как взрыв сверхновый, можно сказать, потому что до этого книги переписывались вручную, и можно понять, что это очень кропотливый труд был, и из-за этого книга была очень дорога. Вот. Могли ее позволить себе только люди, которые обладали какими-то ресурсами финансовыми. Вот. А откуда мы получаем знания? Естественно, из книги.